В 2017 году в Петропавловске приступили к строительству нового микрорайона «Солнечный 2». Возводят дома, а их здесь 211, на земельных участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство. У них будет единый архитектурный стиль. Собственники 10 соток дали на это согласие. Им предстоит выкупить дома по условиям кредитования программы «Нурлы жер». Часть жилья уже готова, но заселение начнется только в следующем году. Почему, знает Жансулу Тастемирова. Хорошая большая спальня. И светлые здесь. Нежно-персиковые стены, светлые и просторные. Это будущая спальня. А вот уже гостиная. Она объединена с кухней. Студия – отличное современное решение. Разрабатывали проект дома местные дизайнеры. Строят тоже петропавловцы. Компания «Куралыс Сервис СК» приступила к работам в марте этого года. На данный момент сдано 9 домов. 2 готовятся в ноябре. Часть домов будет сдано к концу года, еще около 30. С 2008 года с госзаказами работаем. На Байтереке мы там 10 домиков ставили. На Бензострое 27-квартирный дом, в Мамлютке 18-квартирный дом. В Айтуаре школу на 80 мест мы сдавали. Начинали строить школу в Мамлютке на 300 мест. Строительство домов в поселке Солнечный 2 – самый большой проект компании. Возвести нужно 139 домов. Все они одного типа. Участок 10 соток, 100 квадратных метров площадь, единый дизайн. А по соседству работы вело товарищество «Зертел СК». Построили 72 дома. Дома сдавались все в чистовой отделке. Двери межкомнатные установлены хорошего качества. Натяжные потолки, все коммуникации мы сделали, подключение к внешним коммуникациям. Эти новостройки поменьше, а площадь домов 70 квадратов. Мебель, предметы декора и бытовая техника. В показательный хоть сейчас заселяйся. Для наглядности его полностью обставили. Во всех домах в поселке Солнечный 2 установлены котлы длительного горения. А это значит, что хлопот с печкой будет меньше. Не нужно будет постоянно там топить. Закинули уголь. Затопили, и все, и на весь день забываете. Сейчас все в основном применяют в целях экономии. Обшиты одноэтажки фасадной плиткой «Технониколь». Часть домов уже перезимовала. Как видно, успешно. Ни на внутренний, ни на наружный вид новостроек морозы не повлияли. Кстати, у всех домов уже есть собственники. По очередности через местный исполнительный орган предоставлены были земельные участки площадью 10 соток. То есть на каждом из этих домов уже есть свой владелец. Соответственно, это мы сокращаем и очередность на земельные участки и на получение жилья. Строительство 72 домов тип 1 порядка 800 миллионов. 139 домов тип номер 2 около 1 650 000 000 000 тенге. Масштабную стройку планируют завершить до 2020 года. Заселять будут поэтапно. Скорее всего, первые жильцы переедут сюда уже весной. Покупать дома они будут по условиям кредитования программы «Нурлы жер». 1 квадратный метр заемщикам обойдется не больше 140 000 тенге. Жансулу Тастемирова, Жылдызбек Ермуканов, новости МТРК.